Ну, естественно, публика не торопится их отпускать. Вот мы видим, что они уже успели переодеться и вновь вышли на лед двукратные чемпионы мира в парном катании. Сюшен и Хонбо Джао. Конечно же, они не могли не показать своей публике концовку их знаменитой программы последнего чемпионата мира под музыку Пуччини «За пире Турандот», когда они в Вашингтоне подняли зал вот этой финальной концовкой своей произвольной программы. Давайте посмотрим. Фигуристов бывают любимые программы, и вот я думаю, что эта произвольная программа прошлого года осталась у чемпионов мира из Китая их любимой. И вот даже я думаю, что Александр, это вершина их творчества на сегодняшний день. Поэтому они даже на бис выполняют и ту программу, которую уже в спортивных состязаниях они никогда не будут выполнять, а будут, естественно, готовить новые произвольные, новые короткие программы. Это удел чемпионов.